Это видео должно было выйти 24 октября 2020 года, но я ленивая жопа и поэтому выкладываю его сейчас. Приятного просмотра. Осенью 2020 года Geometry Dash поражали довольно страшные и странные события, но благо RobTop все чаще и чаще радовал нас активом, что не могло не радовать, но об этом мы с вами поговорим в другом видео. А сейчас у нас очень серьезный разговор, а как вы уже поняли, педофилии. Давайте начнем с того, что педофилия стала частью нашего мира и избавиться от нее уже вряд ли получится, ведь по-любому найдется какой-нибудь идиот, который захочет этим заняться. И, к сожалению, эта проблема коснулась также и Geometry Dash, и в не очень малых масштабах. Crazen. Что вам говорит этот ник? Возможно, вы вспомните Void Wave, Vasureto и другие пройденные уровни, а возможно, вы вспомните то, что произошло буквально недавно. Это лютая жесть, так что давайте по порядку. Начнем с того, что Crazen — это невероятно опытный игрок в Geometry Dash. Он прошел очень много экстрим-демонов, например, Yetagarasu, Kadrega City, Digital Test, and Bloodlust и очень многие. Crazen был невероятно скилловым игроком, он прошел невероятно много экстремальных демонов, и чтобы посчитать его заслуги, не хватит и пальцев двух рук. Но все это ломается после него. Слива скриншотов, на которых явно показывается, что Crazen занимался виртом с 13-летней Эйлен, а потом, как оказалось, не только с ней. На тот момент Crazen было всего 17 лет, и получается, что он нарушил закон той страны, в которой он проживает. После этого он сказал, что уйдет из всех соцсетей и удалит свой сервер Discord, и через некоторое время его забанили в статс, то есть демон-листе, за неподобающее поведение. Всех игроков, которые были ниже него, переместили вверх. Сам Crazen, как и обещал, удалил свой сервер и аккаунт в Твиттере. Ну что же, всем привет, меня зовут Релея. И сперва хочу поблагодарить Нильса за то, что пригласил меня в это видео. Тут была очень интересная история, ну как-нибудь потом, ролик не об этом. Ну что, а я вам расскажу о таком человеке, как Zelinex. Первое, чем же он так прославился, что заслуживает место в этом видео? Да, он педофил. Но чем же он прославился, чтобы про него вообще говорить? Активность в ГД Zelinex начал проявлять еще в 16 году. Это у нас 2.0 вроде. Первую популярность он получил после того, как выложил на свой канал прохождение Insane Demon Extreme Super, легчайший по его словам. Чуть позже он просто начинает рвать экстримы, проходит Icecarbon Diablo X, Quest for Perfection и Cataclysm, и все это меньше чем за месяц. В сентябре он показал первое превью своего уровня Silver Shade, а к ноябрю его список трудных демонов пополнился такими уровнями, как Faker Doom и другие. Ладно, у нас не история игрока, а все-таки видео на не очень приятную, как по мне, тему. Итак, 8 сентября Zelinex в Твиттере выкладывает пост, где он признался, что занимался непристойными вещами в Дискорде с несовершеннолетним пользователем по имени Филв. Также Zelinex говорит, что даже не знал, что он или она, я к слову так и не понял, если это он, то это вообще полный... Капец, не спросил не материться, к слову. Стараюсь. Несовершеннолетний. Дальше идет еще 6 постов с раскаяниями и извинениями. К слову, до ситуации с Крейсеном, Zelinex был самым обсуждаемым человеком по данной теме, хотя инфы на него почти никакой нету. Не буду разбирать эти твиты, а просто вкратце расскажу, что он там писал. Что он остановился, как узнал о возрасте этого человека, что он трус и прятался, просил прощения у друзей и у многих. В общем-то, вот так. Ладно. Всем спасибо за просмотр моей части. Также еще раз спасибо Егору за то, что пригласил меня в это видео. Всем удачи и пока. Слово Нильсу. Спасибо за часть, Релей. Ну а сейчас мы услышим достойное упоминание. Хотя я бы не хотел оказаться в этих достойных упоминаниях. Начнем с Бо. Достаточно интересная личность, о которой вы можете подробнее узнать по видосам и ссылок в описании. Там более подробная инфа, потому что многого я не нашел, а пересказывать чужие видосы не очень хочу. Как-то так. Также, насколько мне известно, педофилом оказался Мэйл Вероника, который был популярен в году так 15-16, точные даты сказать не могу. Ну а я благодарю вас за просмотр, друзья, переходите по ссылке в описании на мой Discord сервер, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на Релея, ставьте лайк под это видео и увидимся с вами в следующем видеоролике. До скорых встреч, пока.